такая новинка. Вешалка. Вешалочка от Икеи. Мне в новое видео прям необходимо. Сейчас будем собирать. Собрали мы уже вешалку. Как-то очень быстро я приспособила под верхнюю одежду, которой сейчас достаточно-таки много. Хотела видео ее забрать, так как у нее такой красивый белоснежный цвет, и она удобная. Но сюда она вписалась лучше. Так, хочу вам показать свою винтажную новинку. Вот такой удлиненный пиджак. Это винтажный пиджак. Почему винтажный? Потому что моей маме его подарили еще лет так 15 назад. Сейчас вместе с вами будем разбирать все лейбочки. Может, там что-то знакомое и увидим. Он такой удлиненный, прямого кроя. Сегодня я его надену на день рождения своей подружки. И, собственно, говорю вам и уже покажу, как он сидит на мне. Что у нас по идентификационным значкам? Так, здесь есть пуговичка, размер указан 40-й. Так, здесь что-то непонятно все. Так. В составе очень так даже тактильно чувствуется полиэстер. Да, полиэстер. Так, размер указан. Как стирать указано. А где произведено, не указано. К сожалению. Как всегда, мне пришел в помощь Google переводчик. Я уже поняла, что этот пиджак привезли из Германии. И сейчас перевожу текст. Чё он говорит? Возврат. Это этикетка. В общем, да. Я просто, когда не знаю, навожу Google переводчик фотокамерой. И он определяет уже язык. Сейчас покажу, какой образ у меня получился в итоге. Полный рост. Меня никак не смущает то, что пиджака немножко великовато. Плечи, так скажем, утрированы. Большие. Сейчас это модно. И мне нравится, как это выглядит на мне. Ну, а если без света показывать вам, то это уже больше приближено к реальности. Вот так. Поясочек Gucci у меня. Вот так подвязала. Мне безумно нравится. Классная находка. Кто согласен, напишите мне в комментариях. Вопрос к вам вот какой. Кому-то из вас нравятся мои влоги или мне все-таки стоит снимать больше эстетичных видео? Ответьте, пожалуйста, в комментариях, мне будет интересно. Также хочу нас с вами поздравить, потому что наше число уже превысило 1000. Это очень крутой результат, вы моя большая-большая семья. Поэтому хочу, чтобы вы были корректными, когда пишете комментарии, и учитывали то, что первым, кто это все прочтет, скорее всего, будут мои родители. Поэтому не переходите на личность, я вас очень прошу. И, конечно же, еще раз огромное вам спасибо. Все, до включения. Так, делюсь с вами своими покупочками. Это такой ополаскиватель и зубная паста. Хочу попробовать, так как зубы у меня в последнее время, эмаль, вернее, потемнела немножко. Хочу ее отбелить. Купила два таких средства. Посмотрим. Всем добрый вечер, у меня это вечер. Скажем так, у меня не очень хороший день был. И сегодня, не очень хорошее настроение. И мы сегодня ходили в кино на продолжении трилогии «Фантастические твари». Я помню только, как первая называется, «Фантастические твари, где они обитают». А вторая, «Фантастические твари и преступления Гриндевальда», что-то такое. Мне очень понравилась такая сказочка, прям продолжение Гарри Поттера. Если меня не слышно, то потому что это все потому, что мы на мойке.
Вот, это единственное место, где мне удалось спокойно записать все. Так что, кто хочет какой-то сказки вспомнить Гарри Поттера, обязательно сходите. И посмотрите передачу первую часть, будет интересно. Но, правда, очень долго, сеанс длился практически 2 часа, а то и 2,5. Точно уже не помню. Но очень интересно, особенно с семьей, обязательно сходите. Красивый букет для моей сестрички. Решила запечатлеть момент. Правда красивый? Всем доброе утро. Надеюсь, вы не будете сильно в шоке, что я в таком виде. Влоговая жизнь, она такая. И сегодня в рубрику из ничего хоть во что-то попаду я. Потому что из этого ничего. Я собираюсь превратиться хоть во что-то. Декабрь для меня это месяц очень тяжелый для всей моей семьи. Поэтому я, собственно говоря, так и выгляжу. Я устала, давление. Короче, у меня полный букет и полный набор. А сейчас отправляюсь к девочке, которая приведет меня в чувство. И сегодня я отправляюсь на день рождения. Вы можете подумать, что я постоянно на всяких разных праздниках. И будете правы. Ну что, беру вас с собой. Мой аутфит. Очень мятая футболка, потому что я уже опаздываю. Мои мам джинс. И кофта, если помните, с осеннего моего гардероба и секонд-хенд. Я ее очень люблю, она тепленькая такая. Вот так и пойду. Я в зефирке, жду девочку. Посмотрите, какое я объявление увидела. Я не знаю, почему мне так смешно. Ой, какая хорошая камера. Не знаю, почему мне так смешно от необразованности, наверное. Сейчас из меня будут делать красотку. Сейчас покажу вам. У Танечки есть сертификаты подарочные, которые можно будет у меня приобрести. Кто извинится, я вам настоятельно рекомендую. Ну что ж, я пришла уже домой, собрала образ целиком. Могу вам показать свой макияж. Я вам искренне советую, кто живет в Виннице, кто смотрит меня. Приходите. Приходите к Тане. Таня действительно хорошо делает. Это не из разряда понтов. Это действительно человек, который занимается своим делом. У нее очень качественные материалы, очень хорошие. По стойкости мне очень нравится, так как она нанесла, подход ко мне нашла. Спрашивает, что нравится, что не нравится. В общем, на подарок у нее подарочные сертификаты есть. Это никакая не реклама, я за это заплатила. Поэтому вам искренне советую. Еще, конечно, учитывайте, что я специально хотела яркий макияж, так как я ярко особо не крашусь. Но сегодня, так сказать, событие обязывает. Поэтому вот так. Мы уже на заправке. Мой макияж, так, мне кажется, намного лучше выглядит при таком свете. У кого-то... Чего-то... Вот так, отправляемся в дорогу. Нам еще ехать приблизительно 2 часа. Мой образ, я в обычной черной юбке, в сапожках, которые показывала в прошлом влоге своем, и в блузке черной. Такого сверх ничего нет. Давай. Ты же богато. Ты рукой закрываешь кадр. На. Приятная птица. Это ложь.